Друзья, всем огромный привет! Сегодня я хочу приготовить простой, быстрый и вкусный пирог. Для этого мне нужно одно яйцо, разбиваем его в чашку, щепоточку соли, сахар, добавляю ванильный сахар. И теперь хорошо-хорошо все смешиваем. Хорошо смешала. Добавляю сюда растительное масло. Сюда выливаю теплое молочко комнатной температуры. И добавляю сюда еще цедру лимона. Добавляю также сюда сок лимона. Все хорошенечко смешиваем. Теперь добавляю сюда муку и сразу разрыхлитель. Замешиваем тесто. Лопаточкой мешаю снизу вверх. Тесто готово. Форму смазала растительным маслом. Застелила пергаментной бумагой. Сейчас сюда выливаем тесто. Духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. И будем выпекать. Пирог готов. Время выпечки 35 минут. Смотрите, какой он красивый. Я немножко присыпаю его сахарной пудрой. Смотрите, какой он получился. Пропеченный, ароматный и очень-очень вкусный. Нежный и воздушный. Рецепт очень простой, поэтому советую вам приготовить. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео.